Прислушайтесь к советам ваших друзей и соседей. Полно реклама. Смотрели, полно газеты. Смотрим, все везде приглашают. Миракон, смотрим, у нее стажа больше. И близко нам. И мы пошли туда. Очень качественно поставили. Ребята пришли, работали на совесть. Действительно, Миракон обслуживает очень хорошо. И вовремя установит. И качественно делает. 3 года уже окошку. Не желтеет. Чисто, бело. Я соседям предлагала вот только Миракон. Больше никуда не доверяю. Вот для них мы это делаем. Мы с мужем купили квартиру, сделали тут ремонт. Естественно, встал вопрос о том, что нужно окна заменить. Обратились к знакомым, они посоветовали Миракон. Это хорошая компания, известная, много лет на рынке. Сервис понравился, то есть и объясняли нам все грамотно, хорошо. Все всегда в сроки делают, все привозят, возят. Вот очень быстро, то есть полдня, в принципе, все 3 окна в квартире поставили. Ну и все, что хотели, мы, в принципе, получили. Все замечательно. Мне очень нравится режим, вот такое микропроветривание. Поворачиваем вот так вот ручку. Здесь небольшая щелка образуется. Вот. Сквозняка никакого нет, но воздух циркулирует. Никакого конденсата не образуется, всегда свежий воздух. Вот. И тепло, в принципе, при этом. Периодически друзья, когда собираются делать ремонт, они изредка к нам обращаются, но мы говорим, мы всем довольны, говорим, что идите в Миракон, вот, у вас будут хорошие окна. Нашему дому 40 лет, и вот муниципалитет решил сделать ремонт, капремонт дома. Соответственно, мы подумали, чтобы нам сразу же не сменить окна на пластик. С одной стороны, это несколько дешевле, чем современные деревянные окна, а с другой стороны, и сухо, тепло. Особой альтернатив я других и не рассматривал. Миракон – известная компания с хорошей репутацией. Я сразу поехал туда и заказал окна там. Процесс установки занял целиком на всю квартиру всего 1 день. То есть сделали быстро, хорошо. У нас вот бабушка тоже меняла окна. В другой фирме было гораздо больше грязи. Так ребята все делали очень четко. Даже кошке нравится.